Добрый день. Я мэр Киева Виталий Кличко. Хочу присоединиться к флешмобу звезд мирового шоу-бизнеса, которые поют свои песни на карантине. К сожалению, на карантине я играть не умею, поэтому буду играть на гитаре. Вот. И идея этой песни мне пришла в голову этой зимой. Она вышла мне в голову в декабре, а дошла где-то в феврале, когда я ехал на работу на велосипеде по лужам. Где же снег? Где же лед? Непонятно ни вам, ни мне. А ведь я вас предупреждал, что готовиться нужно к земле. И я впервые за эти 6 лет очень рад быть столицей главой. Ведь проблем с отоплением нет. В Киеве этой зимой грела дома батарея по имени Солнце. И 2000 шуб в шкафу висят без особых причин. И в подштаниках потеет зимой то, на чем много морщин. Грязная, грязная дочь, через час уже просто свинья. Через 2 видны только глаза, через 3 я ее потерял. Так играла в снежки во дворе зимой мое солнце. Знаю я, так было не всегда. Изменился до чего наш мир, что подснежник под грязником стал, а снегирь теперь просто грязирь. И я не помню слова снег и слова лед. И я не помню ни лыж, ни коньков. Но есть плюс, я могу в феврале лизнуть трубу языком и не ждать, что отлепят меня, когда выйдет солнце. И подпишитесь на мой канал. Это не песня, это просьба.